Кандидатура, неважно. Ну, во-первых, что касается Джеки, ну, понятно, что игрок национальной сборной, понятно, что хороший уровень, топ-уровень защитник, но есть отношение цена-качество, и если все условия и будут сопоставимы, естественно, клуб рассмотрит, неважно, россиянина, либо иностранца. Михаил Михайлович, вы бы хотели видеть Георгия Джеки? Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в линии обороны.